Чем дальше ты идешь по дороге программирования, тем больше понимаешь, что просто знания языка недостаточно. Удивительно, даже со знанием пары-тройки фреймворков далеко не уехать. Любой более-менее серьезный проект использует различные технологии и инструменты, не привязанные как к таковому языку или среде. Поэтому сегодня я простыми словами, буквально на пальцах, расскажу о таком популярном инструменте бэкэнд-разработки, как Apache Kafka. Это канал PLaunch, поехали! Сейчас практически любое приложение так или иначе работает с данными. А чем крупнее приложение, тем с большим объемом данных им приходится столкнуться. Это может быть информация о пользователях, об активности этих самых пользователей, исходящие сообщения, логи сервисов и так далее. Представьте, с каким огромным объемом данных приходится работать, например, Сбербанку, у которого там миллион клиентов, сервисов, и нужно как-то передавать данные между собой. Поэтому организация правильной и, что самое главное, быстрой и надежной работы с потоками этих самых данных супер важна. Тут и возникает потребность в таких инструментах, как Kafka. Kafka — это некоторое приложение, платформа, которая позволяет хранить и непрерывно обрабатывать огромные потоки данных, очереди данных в реальном времени, а также передавать сообщения от одного приложения другому. Хранение и пересылка сообщений идет параллельно на разных серверах, что дает большую надежность. Потому что даже если один из серверов сломается, сообщения все еще будут пересылаться и обрабатываться. Для удобства можно все это представить в виде разветвленной системы труб, которую с одного конца можно бросить контейнер с сообщениями, а с другого конца трубы его кто-то получит и прочитает. Такие приложения часто называют системами обмена сообщений или по-другому брокерами сообщений. А так как все работает параллельно, на разных серверах, Kafka можно считать распределенным брокером сообщений. Важным плюсом Kafka является согласованность данных. Записи в Kafka хранятся в виде журнала коммитов. По сути, это просто очередь сообщений, в которую можно добавлять записи, а вот удалять или редактировать нельзя. Такой подход дает огромную надежность и простоту изменения состояния, потому что всегда понятно, что, как и в какой последовательности там менялось или добавлялось. Нарастить мощность Kafka достаточно легко. Надо просто добавить дополнительных серверов в систему. Это называют горизонтальным масштабированием системы. В закрепление полученной информации небольшой пример. То бишь, с помощью Kafka мы можем выстроить систему сообщений для большого интернет-магазина. После регистрации нового пользователя сервис автоматизации разошлет сообщение об этом событии. Сервис e-mail в ответ пошлет приветственное письмо, а сервис сбора статистики обновит график в админке для менеджера магазина. Все четко автоматизировано, позволяет обрабатывать терабайты данных, работает как часы. А теперь поточнее, как же все-таки это работает. Базовая структура Kafka состоит из таких элементов, как продюсер, производитель или генератор, в общем-то по-разному называют, консумер, потребитель, брокер и зукипер. Производитель или продюсер — это любой процесс или приложение, которое посылает сообщение брокеру. Брокер — это набор серверов, часто называют кластером Kafka, отвечает за хранение этих сообщений, данных. Все данные хранятся в логически разделенных темах или топиках. Например, события создания пользователя попадают в топик Creation. Темы со временем разрастаются, поэтому их делят на более мелкие секции или так называемые партишены. Именно там в итоге хранятся данные. Как правило, брокеров несколько, каждый брокер отвечает за хранение одной или нескольких секций. Это дает возможность множеству производителей и потребителей публиковать и использовать сообщения для своих целей одновременно. Потребитель — это другое приложение, подписывается на одну из нескольких тем топиков, чтобы получать и использовать сообщения, забирая данные от брокеров и обрабатывать их соответствующим образом. Несколько потребителей можно объединять в группы. Zookeeper выполняет роль хранилища метаданных и координатора. Именно к Zookeeper сперва пойдут продюсер и консумер, чтобы узнать, на каком брокере какие топики и секции хранятся. А также именно от него клиенты получают уведомления об изменениях. Написана Kafka на Java и Scala. Может работать на Windows, Linux, Mac. Часто устанавливают на облачных вычислительных средах типа Amazon Web Services. Установка Apache Kafka проходит следующим образом. Первоначально ставят Java и Java Development Kit. Далее устанавливают Zookeeper Framework. Дальше уже непосредственно сам Kafka. После чего соответствующим образом настраивают файл конфигурации и вуаля. Для более подробного изучения я рекомендую книгу Apache Kafka «Потоковая обработка и анализ данных», и саму официальную документацию от Apache. А также в описании я оставлю пару очень полезных ссылок касаемых Kafka и его установки.
Пара слов о применении. Корпорации IBM Kafka применяется для обмена сообщениями между микросервисами, обработки событий и потоковых данных в системах аналитики. В России же основными предприятиями, использующими Apache Kafka, являются высокотехнологичные компании в основном финансового сектора и IT. Это, как правило, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, МТС, Ростелеком и прочие организации. В Твиттере же Kafka часто используется в виде инфраструктуры потоковой обработки. В общем-то, Kafka очень популярная и надежная, высокопроизводительная, эффективная технология, и многим большим компаниям не обойтись без нее. Однако, кроме Kafka, есть еще много интересных инструментов, завсегдатых бэкэнда, но о них мы поговорим уже в следующий раз. А если это видео было полезно, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, поделись этим видео с друзьями, а также заглядывай в группу ВКонтакте. До скорой встречи в следующем видео.